Оставшись один на один в густых лесах, с ревентом решает бежать и нападать на Джакса. А, вот он, переключатель, сука. Это мне сейчас надо включать, его и обратно херачить. Да? Что ты делаешь, блядь? Тормоз. Включай, блядь. Да дерни за веревочку, блядь, дверь откроется. Что ты сказки не читал? Давай, иди сюда, говнюк. У меня просто сбросят сейчас опять. Если я что-то не сделаю. Блядь. Сука, тормоз. Беги, сейчас да, он. Буду бежать. Ой, блядь. Ебать. Ой, да ну нахрен. Он уже опустился, видите, то есть это так быстро он это самое, или чё? Беги, чмо. Как я должен вообще это успеть? А! Старец лох. И чё, я обратно вернулся? Нет, дебил. А нет. Наверное, нет. Я надеюсь, что я не вернулся обратно наверх, но вроде нет. Блять. Ну как ты мог вернуться наверх, если ты снизу? Ну что? Надо что-то сожрать. Блядь, настолько тупой, что пиздец. Да нажми ты селект, таракан. Так. О, еще один. О, наконец-то, да ладно! Совершенно чекпоинт. А теперь чего? Наконец-то, да ладно. Беги назад! Мы прыгаем направо. Ой-ё. И там новый лифт как? Или... Ебать. Оттуда, отсюда как? Подождал часик, блядь. А, вот понятно, как мы отсюда. Прыгай, да, ум. Если мы отсюда уже не выберемся. Давай. Ура! Хвала! Дебил. А он замерз, а я что-то не понял, что-то сопля висит. Как можно было, блядь, не понять, перед твоими глазами все происходит. Пиздец, ебать он разговаривает. Да блин, жизни не осталось. Его, наверное, блядь, по жизни нахуй, нахуе, блядь. Умри, пожалуйста, умри. Дебила этого, блядь. Правильно, подлечись, игра в передоссах. Блин, блядь. Ребята, жесть просто, я не знаю, что делать. Подрочи, блядь, пальцем свою жопу. О, это так, хорошо получается. Или два ключа сразу, да? Чё дебил. У нас там треугольник такой, равно... А, вот тут все три ключа надо активировать, да? Может, надо комбинировать? Чтоб придурок, блядь. Ой, ебать. Давай тогда просто используем. Тогда вот так. То есть три ключа на одну дверь. Да. Сейчас опять, наверное, кунлау увидят. Блинчики, хорошо, по-моему, манзуки. Кстати, да, у меня тоже блинчики лежат. В холодильнике, по-моему, надо будет сегодня их. Ты что, босс, что ли? Это рейдинг какой-то горящий. А нет, подожди, на босса, ребята. Райдена увидел. А это не этот, это кто это вообще? Мана, мана. Лю Кэнг, блядь. Ух ты. Да ладно. Похож на Райдена, да? Смотрите, вот такой же прием у Райдена. Только он тебя жарит, а не это самое. А он даже ебать. Он же не замерзает, он же огонь. Убивать! Что с ним делать? О, там сверху какой-то медальон, смотрите, за лестницей. Ну ладно, ребят, мы до босса дошли, да? Это круто. Это очень круто. Да давай дальше, блядь. Теперь главное понять, как с ним бороться. Руками и ногами. Взять, или мы возьмем после того, как мы победим его. Ой-ой-ой.
Я так понял, на него эти суперки не работают. То есть его надо только чисто, наверное, подкатами и комбами. Ебать, он дебил, блядь. Стоит полчаса, блядь, пытается там наружить. Я же первый прикол нашел. Потом делает вывод. А, они, наверное, на него не работают. Ну, не знаю, попробую еще раз 100 заморозить. Вдруг получится. Что-то жестко, ребята. Это жестко, пиздец. Да, там был элементаль воды до этого, земли был уже до этого, да, каменный чувак был там, типа тремора гигантского. Вот, и это вот. Ебать, все равно замораживают. Ну, дебила кусок. Ебать. Ну, что ты ему даёшь, это интересно? Ну, что, вот пар идет с него и все. Было прикольно, если бы он без заморозки вообще не бил никого. То есть вот пока не заморозит, не наносил бы ни одного удара. Тут было весело. Может, мне просто надо в него пулять вот этим, прежде чем начать его бить? А, сука! Все. Такое подозрение, что надо сначала в него кидать, чтобы он типа немножко так остужался. А потом его убить, возможно, а может и нет. Бред сумасшедшего. Может, не знаю, что. А может просто заморозками что-нибудь делать. Кто знает, ребят, пишите в комментариях. Выключай игру и не позорь ее своим присутствием, блядь. Обидно. А, досадно. Вот в Mortal Kombat 9 и Mortal Kombat хуй. Есть, вот этих бы персонажей. Бога огня, бога воды. Вот, блин, земли. Тварь. Да даже этот Саб-Зиро там всех отпиздит поголовно. Да, я не знал, что у Рейдена такой брат есть. Брат, блядь. Сука, вот тупой. О, фак! Жалко, тут на Саб-Зиро они делают фаталити. Боссы, когда убивают. Лужу попробую сделать. Ну да, попробую лужу сделать. Лужу, блядь. Например, то, что он не бегает, нормально, он телепортируется, и ему эта лужа как бы до фени. Педик-педик один. Ск. Кстати, жалко, что вот такой карты нету. Все кричит там, блядь. А Mortal Kombat 4, например, да, или Mortal Kombat хуй. Реально очень красивая карта. И как раз пит фаталити было бы. Охуенная карта. Система вот этого еще поворот персонажа. Он иногда сам поворачивается, а иногда нет. И это сбивает реально с толку. Либо сделали одно, либо другое. Ну. То ли вот в этом режиме битвы с боссами, то он автоматически поворачивается, как в самом Мортальнике, да? Да, походу так и есть. Уйди в жопу! Я не знаю, какую магию против него использовать, но... Ты ебать дебила кусок. Попробуй кинуть в него статы. Фак, мазафак, мазафак, фак, фак. Какие его предположения, как его убить, ребят? Он диагональный как заморозкой замораживает воздух. Как-то рандомно все. Бедная девочка. Ебать, что ты стоишь, блокируешь, дебил? Боже, это только половина жизни. Ой, не-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 не
не. Хоть заморозка, блядь, добей ты его уже. О, смотри, бомба получилась. А? Что ты делаешь? Вот это сейчас. Давай, блядь, добивай его. Есть! Слава богу! Не надо? Есть! О, опять Педи какую-то парашу написал. Тайное проникновение, точка Кано убил Джакса. Вот, блядь, да, вот идет заставка. Этот пидорас, блядь, парашу свою включил, блядь. Ёбаный хуй. Но сбежать не удалось. Пришли остальные ревенанты, и Джакс восстал. Точка недовольства вырвалась из уст Кана, и он продолжил свою работу под надзором. Точка, надо забрать талисман связи с ревенантом в кабинете Сони. А для этого надо превратиться. В кого? Один точка, Джонни 2, Соня 3, Кенши. Whose amulet? Is my deity, Lord of the Netherrealm, and soon destroyer of your Earthrealm. Это же тот самый амулет Шинаха, по-моему, нет? This amulet, it is the King Shinnok's power. Точно, ключ к силе Шинаха. When you return to him, he will regain his powers and be free from the combat of the Netherrealm. I thought Shao Kahn was done. Shao Kahn is nothing but a peasant lord of a long dead realm. Shinnok is the destroyer of all realms, including Khan's outworld. Destroyer of all realms? You are insane. That amulet isn't worth the bronze it's molded from. Believe what you will, Sub-Zero. Goodbye. Goodbye, Бездзука. Пока ниндзя. А чё он сам не мог телепортнуться и взять этот амулет, я не понимаю. Ты понимаешь, что сделал? Какой-то трейдинг брутальный. Зачем у тебя маска сползла, ты не в курсе? Короче, обратно вернешь амулет. Отправить на Эверрелм его, да? Чтобы обратно забрать уж у Куан Чи. Я сделаю это только потому, что у меня нет выбора. Нормально так. Сандергад дает приказы воину Лин Куэй, тот подчиняется. Короче, если ты проиграешь, твоя душа останется там. Сам Райден зассал. Так, ну что, сохраняемся. Do you want to save? Нет, мы прошли один этап еще, ребятки. Это же жесть. Подрочите, пират радости. Опачки, опачки, опа, опа, опачки. Да пиздуй прямо, блядь. А чё? Знаете, такое ощущение, он остановился, да, палец в жопу всунул, облизнул. Остановился, палец в жопу всунул, облизнул. Остановился опять. Блядь, ну серьезно, блядь. Чё он делает-то, блядь? Чё у него пальцы потом болят? Если тюрьма тут какие-то светит. Прожит, кто там стреляет? Твой господин, блядь, там стреляет. Кто стрелял? Покажись. Это что, кабал как? Кто это? Какой кабал, блядь, что ты мелешь? А тебе сейчас что на голову будет отлично. Чё тут намудрили-то? Кабал, блядь. Где ты этого петуха видел, блядь? Да подкат делай, придурок. Хера живучие.
Да блин! Это самое обидное, когда такая хрень с суперкотами происходит. Нихера живучие охранники! Ну что-то новое, я не знаю, появился. Нет, блядь, ты его видел раньше? Зеленая какая-то у него. Если не видел, значит новый, блядь. По-моему, это логично. Сука, у тебя логика, блядь, как у червя, нахуй. Начинается! Дебил, блядь. Кто опять?